Ребенок, который накануне выпал из окна второго этажа, уже дома. Напомню, этот неприятный случай произошел вчера в 10 часов утра в одном из пятиэтажных домов по проспекту Мира. 10-летний мальчик, а у него диагноз ДЦП, выпал из окна своей квартиры. Уже через полчаса после произошедшего ребенок был доставлен в городскую больницу. И вот что о случившемся говорит заместитель главного врача Ноябрьской ЦГБ по детству Ирина Обозная. К счастью, ребенок абсолютно здоров, травм у него нет. Ребенок находится дома вместе с мамой. Ребенок относится к категории детей-инвалидов и страдает расстройством личности, у него расторможенность присутствует. Поэтому родители сменили квартиру, им выделили эту квартиру, это новая квартира. И так случилось, что очень низкие подоконники, как-то не предусмотрели, еще нет решеток на окнах. И, в общем, ребенок за 2 минуты, которые мама его оставила, он играл в помещении. Вот такой случай произошел. Вины мамы там нет абсолютно.